Парад под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Мирно! Для встречи слева. На град. Фу! Товарищи офицеры! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи подводники!
Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи моряки! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Девчонки! Здравствуйте, товарищи летчики! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи морские пехотинцы! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи гвардейцы-десантники! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи курсанты! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи спасатели! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи сотрудники! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи курсанты! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи нахимовцы!
Здравия желаю, товарищ генерал! Поздравляем вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи суворовцы! Здравия желаю, товарищ генерал! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи курсанты! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Поздравляю вас с Днем Победы! Прошло 74 года
как закончилась Великая Отечественная война. Но 9 мая был и есть и будет нашим главным праздником. Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. Объявляется минута молчания. Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма. Праздник 9 мая мы отмечаем по всей нашей огромной стране, в каждой семье. Ни одной из них не обошла война. Прежде всего мы чувствуем ветеранов. Мы делаем это, не скрывая слез и не боясь высоких слов. Их произносят наши сердца, наполненные уважением и благодарностью. Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное богатство. В нем сила и достоинство России. Мы благодарим наших ветеранов. Мы гордимся вами. Русские, российские солдаты сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готовы на любой подвиг, на любую жертву ради своей Родины, ради своего народа. Такие воины, матросы, офицеры есть сегодня и здесь, в парадных расчетах. Мы будем всегда беречь Россию, как это делали вы, солдаты Победы, укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству. Уважаемые ветераны, вы не только с честью прошли через военное лихолетие, вы восстановили страну, работали на общее благо, умели дружить, радоваться жизни, завещали нам держать эту высоту, высоту созидания, единства, любви к Родине. Мы вас никогда не подведем. Будем беречь Россию и ее славную историю, ставить превыше всего служение Отечеству. Так было всегда в нашей стране. Так будет и в будущем. Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Ура! Thank you.
Красавцы. Посвященный 74-й годовщине победы советского народа над фашистской Германией, открывает рота барабанщиков филиала Нахимовского военно-морского училища города воинской славы Владивостока. Нахимовцы задают темп и ритм движения парадных расчетов. Ротой командует воспитатель капитан-лейтенант Дмитрий Борисов. Победы. В этом году право проноса знамен предоставлено офицерам Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Степана Осиповича Макарова, майору Александру Коваленко и подполковнику Ивану Кузнецову. Командир знаменной группы майор Александр Савенко. В парадном строю офицеры Тихоокеанского флота. Звонную роту офицеров возглавляет капитан третьего ранга Сергей Туманин. Идут наследники прославленных флотоводских командиров. Тех, кто первыми поднимался в атаку и вел за собой бойцов. Андреевский флаг доверено пронести капитан-лейтенанту Петру Мартакову. Торжественным маршем проходят моряки бригады строящихся и монтирующихся подводных лодок Тихоокеанского флота. Команды парадного лодок командного подводного лодок. Капитан первого ранга Александр Кирпичев. В парадном строю моряки приморские флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Это объединяющая разные вооруженных сил, которая гордо носит название субъекта Российской Федерации Приморского края. Командир парадного расчета, капитан третьего ранга Эдуард Соса. Перед трибунами проходит флотный батальон морской возглавляет парадный расчет заместитель начальника центра связи флота по военному.